Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами Школа рукоделия и я Вика. Сегодня мы вяжем митенки простые, все новички присоединяйтесь. Мне понадобится 50 граммов пряжи, я взяла остатки от капюшона, так что это у меня потом по итогу будет комплект. Любые нитки, девчонки, вот эти у меня 480 метров в 100 граммах, вязать буду в два сложения, если в одно сложение, то это 200-240 метров в 100 граммах. 10 пуговиц вот таких вот у меня в тон деревянных, 2 маркера, и я взяла носочные спицы, вы можете взять любые, 3 миллиметра диаметра. И набираю я 42 петли. В два сложения, опять же, повторюсь. Вот они, 42 петельки. Вяжу лицевыми петлями. И прошу прощения, девчонки, за мой лейкопластырь на пальце. Но все-таки, я думаю, он красивее выглядит, чем моя стертая рука. Так, довязываю до конца ряда. И кромочную я провязываю тоже лицевой, чтобы у нас был красивый зубчатый край. Второй ряд тоже лицевыми. Первую петлю снимаю и продолжаю вязание и далее лицевыми петлями. Так, провязала я 5 рядов, девчонки, лицевыми петлями. Далее мне нужно сделать дырочку. Для этого я снимаю одну петлю, провязываю еще 2, 3 петли от начала ряда, делаю накид и провязываю 2 вместе. И вяжу до конца ряда. Следующий ряд вяжем. Накид провязываем тоже лицевой петлей. Далее продолжаем вязание лицевыми петлями. Провязала я 11 рядов всего вот от этой дырочки. 11. И теперь делаю следующую дырочку. 3 петли. Накид. 2 вместе. И провязываю еще 14 петель. Так, есть. Одеваем маркер, делаем воздушную петлю, провязываю одну петлю, делаем еще одну воздушную петлю и одеваю маркер. Вяжу ряд до конца, то есть между маркерами у меня 2 воздушные петли и одна лицевая. Изнаночный ряд. С этой стороны у нас 22 петли до маркера. Теперь переодеваю маркер, провязываю воздушную петлю лицевой, все петли провязываем в принципе лицевыми петлями и вяжу до конца ряда. Следующий ряд. Довязываем до маркера, после него делаем воздушную петлю. Здесь уже у нас 3 петли провязываем и делаем следующую воздушную петлю. То есть между маркерами мы в лицевом ряду делаем воздушные петли. В изнаночном ряду мы просто их провязываем. Здесь у меня 19 петель со стороны дырок. Здесь у меня 22 петли. Это количество петель остается неизменным. Добавляется только петли между маркерами. По 2 петли в лицевом ряду. Так, продолжаем, девчонки, вязание. Вот смотрите, здесь у нас расширяется. А здесь не забываем следить за дырками. Через 11 снова я провязала 11 рядов и делаю следующую дырку. 3 петли провязала, накидываю вместе. И далее продолжаю вязать, при этом здесь добавляя петли между маркерами. Довязываем до того момента, когда между маркерами у нас будет 19 петель вот здесь вот. Теперь вяжем следующим образом. Начинаем ряд как обычно, довязываем до маркера. Довязали до маркера,
Вот он, наш клин, который у нас образовался между маркерами. Я думаю, вам хорошо видно. Теперь провязываем одну петлю, далее петли закрываем. Закрыла я петли, и вот перед маркером у меня осталась одна петля. Ее я оставляю. Здесь вот у меня одна петля, и здесь одна. Довязываю до конца ряда. Сейчас довязываю до конца и поверну. Довязала я в изнаночном ряду до маркеров. Уже я его снимаю. И вот эти вот две петли, которые у меня остались между маркерами, я провязываю как две вместе. Соединяю. Вот видите, получилось у нас вот такое вот отверстие. Довязываю до конца ряда. Все, мы вернулись к тому количеству петель, которое у нас было. Вот таким вот образом у нас образовался пальчик. И теперь я вяжу ровно далее. Вот здесь вот, вот такое, ну, пространство. Вот такое вот количество. Далее я вам скажу, сколько. Не забываем через 11 рядов сделать следующую дырку. Так, смотрите, я провязала 23 ряда и сделала еще две дырки. Видите, одна и последняя. Всего их 5. Раз, два, три, четыре, пять. И теперь все петли я закрываю. Так, нитку я обрезала, затягиваю. Теперь осталось ее только продеть. И с этой поступаем точно так же. Так, следующим этапом нам осталось пришить только пуговицы. Теперь, девчонки, вот смотрите, здесь у нас, к счастью, нам не нужно следить левой и правой. Да, вот смотрите, сейчас у меня это правая, а здесь у меня левая. Я легко могу сделать из нее левую. То есть платочная вязка нам это позволяет. Выворачиваете на нужную вам сторону и пришиваете пуговицы. Вот, напротив дырочек пришиваю я пуговицы таким вот образом. Вот и все, мои хорошие. Теперь мне только осталось застегнуть. И все. На этом я с вами прощаюсь, девчонки. С вами была Вика из школы рукоделия. Всем до новых встреч. Пишите мне в комментариях, что вам еще нужно, что бы вы хотели, какое видео вас интересует, какое изделие вас интересует, какое видео. Пишите всем, все идеи мне пишите. Будем думать. Все. На сегодня это все. Всем пока-пока.